Добрый день, дорогие друзья! В этом видео, как обновить сервисы Google, не используя Play Market. Для этого открываете браузер на своем телефоне и в поисковике пишите сервисы Google. Сейчас мы Google Play. Последняя версия. Добавляете такое словосочетание. Вот, сервисы Google, последняя версия. Далее находите источник, то есть сайт, с которого вы можете скачать сервисы Google. Но перед этим находите на своем телефоне, открываете настройки, находите приложение в этих настройках, все приложения. Здесь находите сервисы Google и смотрите, какая версия у вас стоит. Далее сравниваете с тем, что вам предлагает источник. Скачиваете к себе на телефон файл APK. Ну и далее вам нужно в телефоне установить разрешение для установки из неизвестных источников. После этого сервисы Google на вашем телефоне будут обновлены без использования Play Market. На этом все. До следующих встреч.